Всем привет. Хватит нам о политике, надо немножечко передохнуть. Вот мне прислали с Алиэкспресс светодиоды. 300 штук, они мне обошлись в 80 с чем-то рублей, что ли. Сейчас посмотрим, что это за чудо такое. Будут ли они вообще работать? Вот раз сотня. Здесь 200, здесь 100. Это теплый свет, это холодный свет. Ну, надо их как-то проверить. Есть у меня раздвоитель напряжения 5 вольт. Да едите ее мать, как же это? Как я это не люблю? Хош! Это ж надо так упаковать, а? Да. И на раз думаешь, вот сначала посылочку распечатать, а потом снимать. Вот такие вот они светодиодики. Надеюсь, их пересчитывать не надо. Да, сейчас мы один проверим. Так, как бы ты ровно легла-то. Сейчас один достанем. Как это все муторно, ты хочешь? Так. Интересно, может здесь больше вообще? На. Откройся, светодиодик, откройся. Я тебе проверю, хоть ты горишь или нет. Так. Взяли мы, достали. Вот такой вот светодиодик. 5632 или 5236. Сейчас мы его проверим, горит, не горит. Так. Так, не горит. А так горит, нет? А я не прыгай. Он не горит. А, горит. Работает. Так, интересно, он сгорит от 3,5 вольт. Он на 3. Да перевернись ты. Перевернись, зараза. Он сгорит, он нет. Такие светодиоды горят. Как эти будут? Сейчас включаем, горит. Блин, он не сгорает. Так, как я понимаю, он выше, чем на 3 вольта. Потому что нормальный светодиод при таком напряжении сгорает. Так, это теплый свет. Сейчас мы... Ой, расковыряем это. Это... Ну, вот это вот. Какое же вот оно, вот это вот. Ну, нет бы в пакетик насыпать. Господи, нет. Дешево хочешь, да? Сейчас. Сейчас еще надо их на магниты проверить. Во. Хреновые говоришь, когда захочешь. Так, здесь должно быть этого чуда. Во. Здесь их 200 штук. Вот такая вот лента. 200 штук. Вот так вот это все выглядит. Вот одна. Она покороче, а вот вторая. Так, ну что ж. Достанем эту. Этот. Это холодный свет.
Начинать всегда тяжело подковырнуть вот эту хренью оттуда. Стоять так. Сгорит, не сгорит. Вот он, светодиод. Светоидиод. Светодиод. Так, полярность не так. Переворачиваем. 3,5 вольта. Вообще светит они. Вот у меня такое ощущение сложилось, что не ярко он светит как-то. Что-то как-то сбоку какой-то кристалл. Вот на камеру не видно, вот так вот смотришь. С одной стороны желтизна, и он при 3,5 вольт, он не перегорает. В прожекторах я пробовал, они перегорают от 3,5 вольта. Такая вот петрушка. То есть на него можно серьезно подавать напряжение. Так, ну, чтобы мне магнитики далеко не искать, вот у нас есть. И липнет еще как. Это вам не нержавейка. Я думаю, прям вот присасывается. Прям серьезно держится. Прям видно. Что этот, что этот. Видно, что они магнитятся. Так что вот, вот такие вот диоды мы заказали. Попробуем отремонтировать свой прожектор, что получится. Под него еще надо будет подобрать напряжение. Так, ну что ж, все, спасибо. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Скоро должна прийти ко мне халява. Первый раз в жизни я выиграл халяву. Посмотрим, что пришлют. Спасибо, до свидания. С вас подписка, делитесь видео. И так далее.